Обещания тоже прекратились. В четверг жители с проспекта Строителей, где идет стройка административного здания, встречались с мэром Вячеславом Сверчковым и представителями администрации. Для журналистов мероприятие было закрытым, но ничего важного представители средств массовой информации не пропустили. Жителям еще раз пояснили, что стройка ведется законно. За все, что происходит у них во дворе, отвечает застройщик, который, кстати, на собрание не явился. Единственное, что могут сделать недовольные жители – обратиться в суд. Однако и эта процедура бессмысленна, потому что сносить строение не будут. Все необходимые документы на его возведение давно получены. Нам сказали, что если на этом месте строится сейчас административное здание, у нас нет никаких гарантий, что после того, как его сдадут в эксплуатацию, он не станет магазином, и действительно мы не будем соседствовать с крысами и с помойками. К кому обращаться, мы не знаем. Администрация города помочь нам не может. Все происходит на законных основаниях. Единственное, что нам предложили обратиться в суд, с кем мы должны судиться, не очень понятно. Поскольку с застройщиком судиться бесполезно, у него все разрешения выданы на законных основаниях самой администрации. Судиться с администрацией, смешно, по-моему, в нашем городе.